Всем привет! С вами Юля. Сегодня я хочу вместе с вами повышивать мой хардангер. Это не мастер-класс, потому что у меня еще, в общем-то, мало опыта. Я сама еще учусь, набираюсь опыта. Но у меня появилось немножко свободного времени, и я хотела вместе с вами выполнить некоторые элементы. Покажу вам, что у меня уже есть на моей основе. У меня здесь очень большой отрез ткани. Это... Так, плохо настраивается камера. Это у меня Лугана 25 каунт. Здесь примерно метр на метр 60. Вот. Я сразу не отрезаю, оставляю так, как есть кусок, и потом, когда работа будет готова, уже потом буду вырезать. Будет это у меня дорожка. Вот так. Сейчас, видите, это боковая часть дорожки. Так. Вот так будет видно. Хорошо, да, боковая часть дорожки. И у меня уже начинает проявляться рисунок. Здесь я выполнила практически все, то, что нужно было мне выполнить ажур. И остался вот один элемент, который я хочу вместе с вами выполнить. Ну и на этом я, наверное, сделаю небольшую остановку с хардангером. Немножко уже соскучилась по крестику. Мне хотелось вот именно выполнить какой-то участок, попробовать, посмотреть, что как получается. И потом снова перейти к крестику. Ну, я думаю, что так... Первый опыт я свой получила. Очень-очень мне понравилось вышивать хардангер. Это увлекательно, это очень вдохновляет. Пространство здесь для творчества и вдохновения просто не ограничено. Можно брать и самостоятельно подбирать цвета, фактуры, ткани, рисунок. Можно самому придумывать, переделать все, что угодно, все, что вам позволяет ваша фантазия. Поэтому эта техника очень эффектная и очень-очень увлекательная. Я рекомендую, если кто-то еще не попробовал, хоть чуть-чуть, не бойтесь, возьмите что-то маленькое, порежете, ничего страшного, надо пробовать что-то новое. А хардангер в сочетании с крестиком — это намного-намного интересней. Можно придумывать какие-то свои красивые дизайны, украшать. В общем, здесь полет для фантазии просто не ограничен. Ну и что у меня здесь по рисунку, вы видите. Да, у меня здесь такой не очень сложный хардангер. Я хотела, когда выбирала дорожку, я хотела, чтобы был хардангер, но не очень сложный, потому что по существу это первая такая серьезная работа. И чтобы набить руку, немножко потренироваться, мне нужен был не очень сложный хардангер. Поэтому вот для меня это как раз то, что нужно. Я когда увидела этот рисунок, я поняла, что я с этим потихоньку справлюсь. Вот, вы видели в последнем видео, я вам показывала, как работа выглядит без вот этих прорезей. Ну и теперь вы видите, как уже видны, как уже работа смотрится с прорезями. Видите, здесь все уже обработано. Здесь у меня выполнился вот такой элемент. Этот элемент я сама сюда добавила, потому что тот, который по ключу, по схеме, я его у себя ни в книге не нашла, нигде не нашла. И мне непонятно, как его выполнять. Я искала, потом решила, думаю, что я его просто заменю. Заменю на вот похожий немножко вот такой вот элемент. Мне кажется, получилось тоже симпатично, вот так нарядно. Ну, видите, сколько получается дырочек. Вот, и очень красивый здесь элемент, вот такой вот уголочек, такие красивые лепестки. Просто замечательно. Вот. Ну и сейчас я буду выполнять также уголок оформлять. Буду делать вот эти лепесточки. Будем резать, будем ажурить. У меня есть в помощниках вот такая книга, где есть подробная инструкция на выполнение элементов. Ну, не всех, но большая часть здесь присутствует. Я подсматриваю, здесь понятно, когда мне нужно выполнить какой-то элемент. Вот. Здесь все есть. Подсматриваю, читаю, разбираюсь. Вот такая вот книга. Я вам ее показывала, делала обзор, поэтому можете зайти посмотреть. Вот, то, что касается книги. Моя схема с интернета, какой-то был журнал, уже даже не помню, просто я увидела там этот дизайн, и я поняла, что он мне подойдет, такой он универсальный, не очень сложный. Я распечатала и тут сама себе чертила, где что нужно резать, как я буду здесь работать. Конечно, у меня здесь нет точной инструкции по ходу, как, откуда начинать и как вести переплетение, поэтому немножко мне приходится учиться, ну, самостоятельно смотреть и додумываться к чему-то. Но в целом техника не очень сложная, поэтому справиться с ней, в общем-то, может любой. Немножко нужно потренироваться, ничего в этом нет сверхъестественного в этой технике, поверьте. По ниткам я использую в данном дизайне два цвета. Вот такой меланж, это ДМС Перле-Котон номер 67, номер нитки 8. Так, 10 грамм. И у меня из белых Анкор. Ну, белый он белый цвет, понятно, тоже Перле-Котон, тоже 8, 10 грамм. Вот. Для серединки и для переплетения я использую белый цвет. Видите, катушечки уже похудели. Достаточно много ниток уже ушло. Вот. Сейчас мы будем с вами резать здесь ниточки и потом будем ажурить. Итак, у меня обычные мои ножнички для рукоделия. Вот у нас наш элемент. Вот так он выглядит. И теперь нужно резать. Где будем резать? Смотрите внимательно. Все очень просто. В Хардангере прорези делаются вот здесь, где идет вход нитки, вот в этих участках. Сбоку переплетения мы никогда не режем. Вот и все. Поэтому резать буду везде, где вот эти вот у нас есть вход в нитку, где мы втыкаем иголку. Вот, везде-везде по кругу нужно прорезать, а потом нужно аккуратно эти ниточки будет вытащить, тоже чтобы у нас все сохранилось, целости и сохранности. Но резать нужно аккуратно, то чтобы ничего не подрезать. Я прямо стараюсь по одной, по две ниточки резать, потому что я немножечко, конечно, себя ограничиваю. Так, это долгий процесс, чтобы срезать, подрезать нитки нужно очень аккуратно, тем более сейчас на камеру не очень удобно. Я надеюсь, вам все хорошо видно. Фух, можно выдохнуть. Ну все, подрезали. Уф. Переберу иглу. Обычную иголку. И начинаю потихоньку вынимать нитки. Можно взять пинцет, помогает. что, мы с вами успешненько справились. И сейчас я подтяну немножко пяльца. Так. И вырезали успешно ниточки все, что нужно было. Я вытянула, убрала. Вот, посмотрите, вот такая вот сеточка получается. Остаются те нитки, которые выходят из боковых переплетений стежков. Вот там, где у нас прокол, вот здесь мы подрезаем, а где боковое переплетение, остаются ниточки. И вот получилась вот такая сеточка. Дальше берем схему. Вот так выглядит схема. Будем с вами делать вот такие лепесточки. Здесь они не очень видны схематично, но я начну сейчас вышивать, вы все поймете. Для тех, кто занимается с хардангером, здесь, в общем-то, все понятно. Вот, нужно будет сделать вот по центру 1, 2, 3, 4 цветка и по одному с каждой стороны. Вот. Ну и, конечно же, все остальные нити переплетений тоже оплетаются. Вот, я, наверное, начну оплетать, наверное, боковые сначала, а потом уже сделаю серединку. Вот, я говорила, что я немножко делаю по-своему, потому что у меня нет четкой инструкции, поэтому, в общем-то, я самостоятельно какие-то вещи додумываю. Может быть, у меня не идеально. Ну, я покажу, как я делаю, какой-то принцип. Вы посмотрите, вас заинтересует, вы, я думаю, уже самостоятельно найдете, может быть, больше информации. Так, откуда мне лучше начать? Ну, давайте я начну, наверное, отсюда, поплету немножко переплетений, хотя бы одну ниточку вам покажу. Так, как я закрепляюсь. Закрепляюсь я под стежками. Изнанка у меня тоже, в общем-то, не идеальная. Наверное, самое обычное. Наверное, можно было бы и поаккуратней. Вот. И смотрите, вывожу я между вот этими двумя переплетениями. Вот здесь. В одну нить основы переплетения. Вот так. С лицевой стороны это выглядит вот так. Это такой основной базовый стежок по переплетению. И выполняется он следующим образом. Снизу мы проводим иглу, захватывая две нити переплетения, вот так в центре, и выводим, подтягиваем. Точно так же с другой стороны. Так, как-то мне нужно взять пяльца, может быть так. Сейчас я подумаю, как мне удобней. Тут нужно постоянно их, наверное, крутить, менять угол. Так, вот так. Ну, чтобы вам было удобнее, наверное, вот так нужно держать. Вот так. Опять же. Под низ и через две нити переплетения сверху. И подтягиваем. Точно так же с другой стороны, так чередуя. И потихонечку мы оплетаем наши ниточки. Вот так. Это очень увлекательно, это быстро, несложно. Немножко неудобно, потому что хочу вам показывать. С правой стороны это удобно, а вот с левой не очень. И вот так. Я оплетаю поплотнее, мне нравится. Вот. И теперь опускаем вниз. Так, где у нас будет лепесточек? Здесь, здесь, вверх, значит, сюда пойдем. И смотрите, куда выводим иглу. Так, вот. Вот у нас есть такой вот квадратик с переплетением. Выводим в этот квадратик через одну нить переплетения. Опять же, вот так. И сейчас будем оплетать вот эти нити. Точно так же. По две ниточки мы захватываем и оплетаем. Видите, достаточно быстро все получается. За вечер такой элемент вы запросто сделаете. Даже если вы новичок. Я за вечер справилась, даже больше сделала. Вот так, получается очень плотненько, аккуратненько. Вот, ну все, хватит, наверное. И вывожу сейчас вот в этот квадратик. Оплетаю я сначала с одной стороны половинки, потом с другой стороны, а потом иду вышиваю уже, оплетаю, делаю сам рисунок центральный. Так получается как-то проще, логичней. Правильно делаю, неправильно. Но чтобы не делать протяжки, а просто идти вот так по элементам. Как-то так у меня получилось. Видите, вот перевернула и сейчас работаю. Так, давай, что такое? Вот. Видите, как красиво получается. Аккуратно. Так, сейчас мне подцепить вниз и вывожу через одну нить переплетения в квадратике, вот сюда, разворачиваю пяльца и работаю вот с этим участком, вот так. Так, опять же, вводим сюда. Вот, видите, как получается красиво. Поверьте, процесс очень увлекательный. Не знаю почему. Вроде бы не делаешь ничего особенного, но это затягивает. Так, смотрите, мы проделали некоторую работу. У нас появились вот такие красивые переплетения. Вот так. Дальше я смотрю на схему. Так, 2, 2. Это я сейчас нахожусь. Вот здесь я сделала переплетение, а следующее у меня идет уже рисунок. Вот здесь. Поэтому сразу здесь нужно будет мне выполнять эти лепестки. Раз у меня здесь так нитка осталась и рисунок здесь, поэтому давайте его выполним. Так, здесь мне нужно идти, да, тоже вот так, точно так же. И дальше что мы делаем? Мы делаем первые 3 витка, как обычно. 1, 2, 3. Так, разворачиваем. Здесь у нас будет формироваться лепесток. Дальше берем из соседних переплетений 2 и точно так же сверху поддеваем серединки и начинаем формировать лепесток. 1, 2. Давайте поближе. Из центра. 3, 4, 5. Нитка. 6, 7, 8. Обычно 8 делаю. Сделать, может, чуть-чуть побольше. 9, 10. Ну так, и 3 завершающих витка. Опять же возвращаемся сюда в основание, через одно переплетение сюда. Так, и точно так же работаем со вторым элементом. Минуточку. Через серединку нужно. 1, 2, 3. И начинаем формировать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 и 3. 1, 2, вниз и через, возвращаемся через одну нить переплетения у основы. Сделали мы 2 элемента. Вот, у меня банка с нитками падает. Так, сделали мы 2 вот таких элемента. Продолжаем плести лепесточки. Опять же, делаем 3 первых переплетения. 1, 2. Опять какая-то ниточка прицепилась. 3. 1, 2, 3. Так, что-то у меня здесь неровно. Они легли. 3. И начинаем с центра. 1. Мелкие нитки вылазят. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Видите, мне не точное количество стежков, потому что, видно, я затягиваю где-то больше. И у меня вот как-то так получается, на глаз немножко. Но разница в стежках у меня не видно, где больше, где меньше. Может, где-то и видно, но как-то так. Наверное, тут нужно было сделать еще один стежок, чтобы были побольше все-таки эти лепесточки. Вот, ну вот смотрите, учитесь тоже на моих где-то ошибках. Вот, мы уже сформировали с вами 3 лепестка. Давайте сделаем еще. Да, все-таки мне по 10 больше нравится, не попышнее эти лепесточки. Вообще по схеме 8 идет, но мне нравится по 10. Так, 1, 2, 3. Опять ушел, куда ушел, далеко. 3. Начинаем формировать цветок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 3. Ну да, такие получаются лепесточки, прям очень жирненькие, хорошенькие. Так, ну и давайте завершим. Красиво получилось, правда? Очень так объемно, пушистенько. Все-таки буду делать по 10, не буду делать такие маленькие по 9, по 10. 10-11 витков. Нитка примоталась. Это такие косы на топита декату. А то на график. Да. А да я. Липон. Так, продолжаем. Оплетаем вот эти вот два... Последний участок. У меня нитка просто закончилась. Вот 1, 2. Так. 2. Поплотнее я люблю, да. Вот так. И теперь с обратной стороны закрепим ниточку. Вот стежками прям можно закрепить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, и еще раз. И никуда она не убежит. Вот так, вперед-назад. Все. Нитка плотно закрепилась. Отрезали. Ну, смотрите, какой у нас получился результат. Так, тут у меня какая-то нитка. Вот так вот. Пушок. Вот, смотрите, какой красивый элемент. Да, вот такие лепесточки мне нравятся больше. Здесь по 10. Обвитие здесь у меня сколько? 8 получилось. Вот здесь 8, да. Там надо делать такие пушистенькие. Очень красиво. Красиво, объемно, классно. Видите, и совсем не сложно, очень быстро все выполняется. Так, мы сделали с вами вот эту сторону левую, видите? Так, может быть, лучше вам будет видно. Вот. Левую сторону мы с вами выполним. Давайте сделаем центр еще вместе. И все, и буду выключаться. Я думаю, что на сегодня достаточно. Вот, в следующий раз мы, наверное, просто с вами повышиваем основные элементы базовые. Покажу, как я вышиваю. Вы посмотрите, наберете смелости и сделаете лучше. Так, ну, я среднюю нитку отрезаю. Опять с обратной стороны иду закрепляться под стежками. Вот так. И вывожу вот в серединку, не в серединку квадратики, в квадратике одну нить переплетения от края оставляю вот так, чтобы закрепиться. Вот так, смотрю, что у меня здесь по схеме, где должен быть цветочек, лепесточек. Он должен быть прямо вот здесь в серединке. Так, ну поехали. Поехали. Раз, два, три. Раз. Игла всегда снизу, нитка всегда сверху. Вот и все, что нужно вам запомнить. Маловатенький, наверное, получился. Ну ладно, пусть будет. Идем дальше. И вот так постепенно, постепенно выполняются переплетения и создается вот такой кружевной, невероятно красивый эффект. Сделать вот так, наверное, попробую. забылась. Делаю ошибку. Так, поехали. Так, нитка закончилась. Я не думаю, что мне хватит еще на какие-то стежки. Поэтому надо закрепиться. Закрепляться буду вот под стежками. Раз. И в обратную сторону. И два. Так. Раскрутили основу. Так, смотрите, что получается. Так, вот что получается. Цветного листа нет под рукой. Ну, вот так рукой буду скрывать. Видите, что получилось? У меня выполнилось по 3 лепестка каждого цветка, ну, с 3 цветков. Теперь я хочу идти вот с этой стороны и выполнять здесь лепесток и закрывать вот эти вот пропущенные переплетения. Специально оставила, чтобы можно было сделать ход ниткой и идти вперед. Если бы я сразу повернула и стала закрывать вот этот лепесток, мне пришлось бы либо срезать нитку, либо делать какую-то протяжку. Поэтому я вот выполнила вот такой ход. Теперь пойду выполнять вот тут по одному листку, закрывать и вернусь сюда. Вот здесь тоже что-то я смогу повышивать. Очень жаль, мне не хватило нитки, чтобы дошить вот эти 2 переплетения. Придется здесь вот отдельно закрепляться. Так вот как-то неудачно у меня. Сильно длинную прям нитку тоже брать не хочу, потому что путается и неудобно вышивать. Стараюсь все-таки брать какую-то длину более-менее приемлемую. Так, ну я думаю, мы сейчас выполним с вами вот этот элемент. И буду я завершать на этом на сегодня. Думаю, достаточно. Вот. Так, 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 так. Так. Готовила я нить и давайте 3 раза начинаем 3 переплетения. Вот так 3 и теперь захватываем соседние переплетения, начинаем формировать лепесток. И завершаем 3 переплетениями. 3. Выводим через одно переплетение в квадратике вот в этом. Так, какая-то нитка вылезла. И то же самое начинаем здесь формировать еще один дополнительный лепесток. Раз. 2, 3, поехали. Нить всегда сверху, игла всегда снизу. Вот так. Игла снизу, нить сверху. Ой, зацепились. и завершающие 3 стежка. Раз, два, три. И видите, какая красота получается. Ну, красота, шикарно. Можно вот эти квадратики украшать каким-то бисером. Будет вообще очень шикарно. Ну, так как это у меня будет такая дорожка очень рабочая, практичная. Будет весь стираться. Я решила не добавлять пока никаких бисеров. Сильно не мудрить. Пока так. Так, поехали. Вот у нас готовы 3 элемента. Очень красиво, мне очень нравится. И нужно выполнить еще один. Их по схеме 4 в ряд и по краю по одному. Ну, давайте выполним. Видите, с этой стороны мы с вами выполнили и переплетение, и цветы, а с этой стороны еще, в общем-то, я не выполнила переплетение. Вот, работа еще, в общем-то, работа есть. Ну, за вечер это все выполнимо. Это не очень сложно. Видите, здесь одна игла, один цвет нити. Просто считаешь себе стежки, да и все. Очень просто. Мне кажется, похоже на вязание. Хотя я не вяжу. Хотелось бы, конечно, научиться, но вот так вот некоторым представлением, мне кажется, чем-то похоже на вязание. Так, вот теперь здесь у меня дилемма, куда мне дальше идти. Так, куда идти? Если я вышью этот лепесток, дошью здесь, дальше идти некуда. Значит, я могу идти вперед, дошить здесь все, а потом уже, когда я буду вышивать вот этот ряд, идти снизу вверх, могу зайти сюда. Вот видите, здесь очень важно уметь планировать ход. Я пока еще не очень умею, поэтому как-то по наитию больше работаю. Так, а здесь у меня тоже должен быть элемент. Минуточку. Схема нужна. Так, так, так. Вот так. Вот так. Значит, вот здесь должен быть элемент. Ну, давайте его сделаем. Да. Так, хватит ли мне нитки? Вот в чем вопрос. Еще у меня получилось целых две ошибки. Остались вот при плетении. Вот, надо было, наверное, отсюда начинать, с этих углов, и идти вниз. Как-то я не рассчитала, не предугадала. Странно, как-то у меня так получилось в этот раз. Все, нитка закончилась. Закрепляюсь с обратной стороны под стежками переплетения. Так, где закрепиться бы? Очень плотно. Вот здесь. Мне нравится. Сюда лучше. Ура! Так, раскручиваю основу, крутишь постоянно пяльцы, и основа потом закручивается. Ну вот смотрите, мы с вами, сколько у меня тут, час времени, да? За час времени мы с вами практически выполнили элемент. Ну, по крайней мере, 6 вот этих прекрасных цветочков выполнили. Такая красота получается, мне очень нравится. Вот, и осталось мне довышивать. Доплетать вот эти переплетения вот здесь и вот эти вот переплетения. Вот, но тут у меня как-то, я не знаю, почему так получилось, то ли нитку в этот раз взяла короче, то ли нужно было, скорее всего, начинать отсюда идти и уже спускаться вниз. Ну, вот такие вот у меня пока есть моменты, потому что опыта мало, и я еще не очень, наверное, удачно рассчитываю ход. Ну, просто хотела вам показать, что такое хардангер, как выполняются вот эти вот красивые переплетения, как плетутся вот эти красивые ажуры. Это очень просто. Вы посмотрели, мы вместе все порезали, убрали нитки, сделали переплетение. Это очень-очень красиво. Вот. И хардангер, как я говорила, теперь моя новая любовь и увлечение. Без него тоже мое рукоделие, я думаю, не будет обходиться. К тому же это практичные вещи, которые на года будут радовать. Покажу вам еще раз, какой итог получится. Вот видите, вот они такие. Тут у меня цветочки. Вот этот элемент у меня, он только по углам. По всей ширине у меня будут идти вот такие вот глазки, как их назвать, такие вытянутые овалы. Очень все просто здесь выполняется, красиво. Можно было бы делать и в серединках какие-нибудь переплетения, но я говорила, что я решила выполнить хардангер средней сложности, чтобы не сильно было здесь много переплетений, так, чтобы поучиться. Вот, ну, мне кажется, у меня все здорово получается, все очень симпатично, красиво. Вот такая будет нежно-красивая салфеточка. Салфеточка-дорожка 45 на 1,50 м. Большая дорожка, много работы, но здесь очень-очень интересно. Вот так, такие новости. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения, вдохновения. До новых встреч. Пока-пока.